Разамбек Джамалов, чемпион России. Поздравляю, потому что ты сделал очередной шаг. Ты был серебряным медалистом. Каково быть первым в категории 74, где собрались, в общем-то, звезды этого веса? Конечно, вот эта конкуренция мотивировала на тренировки и на борьбу до конца. Поэтому чем сложнее, тем слаще победа. Сейчас мир настолько стал доступен, твоя схватка в интернете. Ты по телефону сейчас по видеосвязи разговаривал. А с кем разговаривал? Кто тебя поздравлял? Это мой старший брат из Чечни. Он всегда переживает, у него не получилось приехать, Мосор отдала. С ним общался, он сразу на связь вышел. Я представляю, как дома радуется. Скажи, пожалуйста, помимо финала, как ты считаешь, кто самый сложный соперник в России в категории 74? И с кем бы ты хотел, вот что называется, тоже такой бой финальный дать? Честно сказать, конкуренция большая. И выделить даже не хочу. Выделять не хочу, потому что каждый хороший. И со всеми приятно бороться, и со всеми хочется. Ты не самый крупный в этой весовой категории. Какой у тебя вес? Растешь ли ты, продолжаешь? Может быть, ты уйдешь, как вот иранец перескочил через категорию, сейчас в другую категорию шел, вот олимпийский чемпион. Какая ситуация у тебя? Я пока вес небольшой, 75-76. Поэтому не знаю, как вес пойдет, без разницы, в каком весе бороться. Но на 74 приятнее всего бороться, потому что конкурентный вес. А из иностранных борцов за кем следишь и изучаешь? И кто наиболее для тебя опасный соперник? Американец Бароуз, да. Фрэнк Чамизо. А зачем американец интересен? Своим титулом, олимпийский чемпион. Тем он интересен. А манера борьбы и так далее? Он такой очень моторный парень. До конца борется. Хорошая борьба. А итальянец? Итальянец отличается от него по манере? Итальянец техничный, да. Итальянец техничный. Разнообразная техника. С ним тоже очень хорошо. Спасибо. С ним тоже было бы интересно побороться.